убийство на новой земле им не скрыться от правосудия. Что делать с стариком? Прикопаем. Шерих стал сосредоточен, пристально всматривался в местность возле дома. Картина прояснялась, он что-то бурчал себе под нос. Эй, старик-старик. Эй, старик, у меня все тоже предложение. Ты случайно не передумал? Большие люди выложили за твой участок огромные деньги, так что ты не удел здесь, теперь возьми, что даем, и убирайся. Идите прочь, псы, свинец вам, а не купчая светит. Давай по-хорошему, не доводи до греха. Это ты не сможешь изменить, дело сделано. Не тебе рассуждать о грехе, пес. Переройте все, мне нужна купча.
отправляемся в кордон, будь начеку.